Девочки, приступим. Чистка, отливочка для вас. На здоровье. Пусть высшие силы помогают. О, великий Христов, угодничий, преславный, целебничий, великомученичий, Пантелеймоне, душе на небеси престолу Божию предстояя. И три ипостасные Его славы наслаждаяйся. Телом же ликом святым на земле в божественных храмах почивай, и данную идти свыше благодатью различные источая чудеса. Призри милостивым Твоим оком на предстоящие люди и честни Твоей иконе умильно молящейся, просящей от Тебе целебные помощи и заступления. Простри ко Господу Богу нашему теплые молитвы и спроси душам нашим оставление согрешений. Себо мы за беззаконие наше не смеющие возвести о честь наших в высоте небесней. Ниже вознести глаз молебник Его, божестве неприступней славе, сердцем сокрушенным и духом смиренным Тебе ходатая милостивая ко Владыце и молитвенника заны грешные призываем. Яко Ты приял еси благодать от Него, недуги отгоняти и страсти исцеляти. Тебе уба просим, не презри нас, недостойных, молящихся Тебе и Твоей помощи требующих. Буди нам в печалях утешитель, в недузях лютых страждущим врач, напаствующим скорый покровитель, а чеса недугующим прозрение податель, сущим и младенцем в болезнях, готовивший предстатель и исцелитель. Исходатайствуй всем вся, я же ко спасению полезная, я кода Твоими, ко Господу Богу, молитвами получивши благодать и милость. Прославим всех благих источника и дарователя Бога, единого в Троице святей славимого, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О святый великомученичи и целителю Пантелеймоне, Бога милостивого подражателю, презри благосердием и услыши наш грешных пред святой Твоей иконой усердней молящейся, и спроси нам, рабам Божьим, у Господа Бога, Ему же соангелы предстоишь на небеси, оставление грехов и прегрешения наших, исцели болезни душевные и телесные рабов Божьих ныне поминаемых, везде предстоящих и всех христиан православных, ко всему заступлению притекающих, все по грех наших ради, люди удержимы, и смы многими недуги и неимамы помощи и утешения. Тебе перебегаем, яко да десяти благодать молитеся за мы, и целите всяк недуг и всяку болезнь. Даруй обо всем нам святыми молитвами Твоими здравие и благомощие души и тела, преспияние веры и благочестия, и всяк житию временному и ко спасению потребное. Яко да сподобившись от Тобой великих и богатых милостей, прославим Тя и Подателя всех благ, дивного во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Святый великомученичи и целебничи Пантелеймоне, молим Бога о нас и не допусти доли и оставаться в нас болезням, коими болим душею и телом. Исцелите язвы и струпы, кои причинены нам страстями нашими. Болим мы леностью и расслаблением. Исцелины. Болим увлечением и пристрастием к земным предметам. Исцелины. Болим, о святый Пантелеймоне. Болим забывчивостью о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях. Исцелины. Болим злопоминанием, гневливостью, ненавистничеством, исцели, о целебниче святоафонский и всемирный. Болим завистью, гордостью, надменностью, превозношением, при всей скудости и непотребстве, исцелины.
болим многими и разными припадками плотоугодия, чревоизлишеством, невоздержанностью, многоядием, сластолюбием и сцелиной. Болим сонливостью, многословием, празднословием, осудливостью и сцелиной, о святый Пантелеймоне. Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов, исцелины, болят руки нерасположением к молитвам, к молитвенному воздеянию и к подаянию милости, исцелины, болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господен и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских, исцелины. Болит, зело болит язык наш, уста наши, пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и словословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия. Исцелины, о милостиве! От головы до ног болим мы, болит в нас разум непонятливостью, неразумностью и безумием, болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий, стремясь к делам вредным и богопротивным. Болит в нас память, забывшая наше прегрешение и содержа в себе неутратно согрешение и оскорбление ближних наших. Болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных. Благо Царствия Небесного. Исцелины. Боже, гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие, исцелины, о святый Пантелеймоне. Все в нас болит, немоществует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями. Немоществует и тело наше все со всеми его членами. Исцелины, о святый Пантелеймоне, целебничий безмездный и любвеобильный врачеватель, слуга Пресвятой Богородицы, и не остав наше окаянство в толицах недугах и в толице немощи, да исцеляй Твоей благодатью, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святаго Духа, и Пресвятую Богородицу, Тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю Твою, о святый Пантелеймоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь. Теперь, пока догорает эта свеча, можете каждый о себе своими словами обращаться свыше, к высшим силам, к Пантелеймону, целителю, к ангелу-хранителю. Каждый называйте свое имя. Просите, чтобы высшие силы исцелили вас, дали вам здоровье, энергию, чтобы вы могли жить полноценно, жить, работать, получать результаты за труды свои, наслаждаться своей работой, своей жизнью, чтобы вы могли быть счастливы. Но всегда говорите, что когда вы просите высшие силы о здоровье, когда Бога молите, да, ангела-хранителя, Пантелеймона, целителя, всегда в конце добавляйте, ну да будет, но пусть будет твоя воля, но не моя. Мы всегда должны допускать, что все, что с нами происходит в этой жизни, это по воле Божьей. То есть мы с этим соглашаемся, да? Да, мы хотим. Мы хотим здоровья, исцеления.
Но все равно мы соглашаемся с тем, что, может быть, нам Господь это послал, эту болезнь, эти недуги для нашего блага. Мы должны через эти страдания очистить свою душу какие-то, искупить свои поступки прошлые, в прошлых жизнях. Если вы ничего такого не делали, да, как вы считаете, может быть, вы должны через эти ваши телесные страдания стать еще лучше, как этот диамант. Его достают из земли, это просто кусок камня, покрытый слоем грязи, пыли, земли. Но внутри находится вот этот самый кристалл, диамант. Но только после очищения, после огранки, он может сверкать, этот диамант, да? Он может сверкать для других людей, может даже чем-то помогать другим. Вот так же и вы, если вы ничего такого не делали, но вам послали высшие силы, ваши недуги, ваши страдания для того, чтобы вы вот благодаря этим страданиям, как этот алмаз, очистились. Для вас это своеобразная вот происходит огранка, чтобы вы стали еще лучше, чем были. Чтобы через вот эти страдания вы научились принятию всего, что происходит в вашей жизни. Научились любви, да, безусловной, потому что любовь – это есть вот это приятие всего, что с нами происходит. Да, нам это не нравится, нам хотелось бы по-другому, но я это принимаю, пусть будет так, да. Раз со мной это происходит в моей жизни, это моя реальность, значит, такова воля высших сил, значит, так тому и быть, да. Но мы все равно продолжаем молиться и просить о лучшем, да, о выздоровлении. Я благодарю высшие силы за помощь.